Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную программу «12 созвездий» на телеканале «Видное ТВ». Какой прогноз подготовили астрологи для каждого знака зодиака с 12 февраля по 18 февраля, расскажем прямо сейчас. Не оборачивайтесь, в феврале все планеты двигаются в прямом направлении, словно говоря нам о том, что прошлое исчерпало себя, и пора все свои силы потратить на построение будущего. И это не случайно. В феврале большинство личных планет будут находиться в созвездии Водолея, который как раз отвечает за амбиции, мечты и планы. Овны столкнутся на наступившей неделе с продолжением ситуации, начавшейся еще в декабре. Возможен разговор с авторитетной для вас личностью, который изменит что-то в вашей жизни. Еще звезды советуют овнам отправиться в середине февраля в небольшое путешествие. Причем, чем дальше от родного города вы уедете, тем лучше. В жарких странах вас ждут незабываемые приключения и яркие впечатления. На этой неделе тельцам будет активно улыбаться удача. Если тоже, как и овны, соберетесь в путешествие, то лучше это делать в понедельник или в выходные. В первой половине недели вас может чрезвычайно порадовать информация, поступившая от ваших близких друзей. Ближе к выходным стоит проявить повышенную осторожность по отношению к поступающим заманчивым предложениям. Все не так просто, как может казаться на первый взгляд. Близнецы смогут в середине февраля достичь небывалых успехов, особенно это касается творческой сферы. Простые решения позволят добиться материального благополучия. Обмен мнениями с коллегами может положить начало новой деятельности. Постарайтесь избавиться от сомнений, негативных мыслях о людях и ситуациях. Будьте добрее и терпеливее. Не сомневайтесь, вас любят и ценят. В личной жизни близнецов ждут важные перемены. Весьма вероятно, что вам сделают предложение, которое вы давно ждете. Для представителей знака зодиака Рак неделя станет временем наведения порядка и генеральной уборки. Придется пересмотреть свои взгляды на то, что происходит в вашей жизни. Вселенная настаивает на освобождении пространства и избавлении от всего лишнего. Это необходимо для того, чтобы все новое не заставило себя долго ждать. Проявите инициативу в общении с любимым человеком. Делитесь мыслями и чувствами. Это улучшит отношения. Заключение брака в эти дни обещает сделать семью крепкой. Планов в феврале у львов вагон и маленькая тележка. Но не торопитесь от чего-то отказываться. В ближайшие 7 дней у вас есть возможность успеть многое и осуществить даже самые амбициозные идеи. А если чувствуете непреодолимое желание блистать в обществе, вам все карты в руки. Делайте это, отбросив лишнюю скромность. Можно рекламировать себя, свои услуги, ходить на фотосессии. В общем, заявлять о себе несравненным. Мимо завистников проходите с гордо поднятой головой. Звезды рекомендуют девам найти время для занятий спортом. Здоровый образ жизни поможет вам зарядиться энергией, которая понадобится для выполнения неожиданных задач в профессиональной деятельности. В среду вероятны важные сделки и деловые встречи, которые потребуют подготовки, красноречия и прочих усилий, зато стабилизируют ваш бюджет. В субботу не поддавайтесь на провокации и не тратьте слишком много на развлечения. Весы могут много изменить в своей жизни в период с 12 по 18 февраля, в частности, освободиться от всего, что сдерживает ваше развитие. Это благоприятный период для завершения отношений с теми людьми, которые много лет угнетали вас или оказывали негативное воздействие. В ближайшие 7 дней в Скорпионах проснется дух авантюризма. Захочется привнести в жизнь что-то новое. Не упускайте это время. Благоприятные изменения отразятся и на ваших близких. К вам будут тянуться люди, желая разделить досуг. У стрельцов в этот период важными станут сразу две темы – вопросы, связанные с документами и финансы. Очень важно внимательно относиться к любой информации, поступающей к вам на этой неделе.
У трудолюбивых козерогов неделя начнется весьма удачно. Смело занимайтесь планированием бюджета. Но и про себя тоже не забывайте. Самое время расслабиться и посетить спа-салон. В середине февраля водолеев ждет успех буквально во всех начинаниях. Исполняйте мечты и проявляйте свои таланты. Также это время подойдет для смены имиджа. События этой недели дадут рыбам возможность пересмотреть свои привязанности и отношения. Возможно, долгое время вы чувствовали давление, заставляющее подстраиваться под людей и обстоятельства. Но теперь вы можете проложить свой собственный курс, независимо от того, следуют ли за вами другие. Помните, что вам не нужно никому доказывать свою значимость. Звезды напоминают, что для представителей знака зодиака рыбы наступает время подведения итогов персонального года перед днем рождения. Составьте список желаний, чтобы понять, чего вам действительно хочется. Вот такую неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!